Нам через час в Саратов. Ну, точнее, нам через час мы только поедем. Сколько времени? Сколько мы хотим здесь? 2.05. А нам за рекламу Honor Sport заплатят? Сука. А за рекламу самой дешевой колонки на планете, которая делает вот так. Которая делает вот так. Ищи меня на мне. Это все, что я умею. Да, блядь. О, она так красива. Это яблоки червива. Баю, как проститутка. Это правда. Бля, пауэрбанк сдох, прикинь. Ой, блядь, чисто шмотки, блядь. Ай, блядь. Форман, вот типа, что все провода. Что находится у меня по электронике? У Никиты там хуево туча всего, а у меня все просто. Все, это все мое. У меня фотоаппарат, для него зарядка, вот она для него. Потом зарядка вот эта для телефона, потом вот эта вторая, для пауэрбанка и третья зарядка. Сейчас. Зарядка для пауэрбанка. Ой, блядь, для пауэрбанка, для наушников. Подожду. Колонку отключу. UBL Extreme, ёпта, блядь. Бля, она весит 2300 она весит, да? Да. Мы взвешиваем. И она еще идет ко мне в сумку. К моим шмоткам. Мне неудобно на руку складывать все, сука. Но что поделать? Главное, чтобы она на фотоаппарат не надо что-то между фотоаппаратом положить. А что положить? Что положить, чтобы она между этим и этим стала? Полотенце положу. Между фотоаппаратом и колонкой. Ремень этот вообще нахуй не нужен здесь. Не, ну вообще он в этой колонке ремень очень удобная вещь, потому что он спасает. Да, Никит? Просто реакция Никиты. Никита, он помогает. Угу. Угу. Такой умирающий тюлень, блядь. Угу. Ты уже умер или еще нет? Или тебе надо помочь? А вот это все Никита нам. Зарядка для этого. Чехол для GoPro. Зарядка для вейпа. Зарядка для аккумов вейпа. Блок. Ой, стой, блядь, блок. Фу, жесткий диск на 200 гигов. Маленький. Этот, как его, держатель для GoPro. Селфи-палки, ёб твою мать. А, вейп. Мехмод. Жижа, потом миллипиздрический замочек, который, блядь, мой мизинец, как бы, вот, по сравнению. Что-нибудь, блядь, что ты даже велосипедом не закрепишь. Зарядка для шокера. А где сам электрошокер? Ты чё, блядь, наваливаешь? А, больной, что ли? А вот тут всякая для GoPro. Блин, прическа дурацкая. Что говоришь?
что говоришь? Вот ты знаешь, когда видел Шестопалов. Шестопалов в теме, он поймет. Не, подожди, давай так вырежем это и так просто вставить момент. Смотри. Наташа! Поделишься? Я себе, наверное, на нас делаю. А, понятно, это ты все для себя, да? Это уже это для нас. Нихера себе, тебе куда столько дошираков? Аккуратно буду... Это намазывать на хлеб. Ага, бутерброды. Дальше. Хлеб, бананы, чай, сосиски, сыр. Сахар. Вкусный соус. Крем. Все, майонез, сахар. Сахара может быть. Ложки не жрать. Ложки. Нифига, ты уже туда все запихнул. Я смотрел. Я все сразу закидывал. Ни хрена себе, ты быстрый. Да блин, я ветеран в этих поездках. Я сразу пришел, все закинул, разместил. Я как бы тоже 11 лет подряд ездил. Ай. А это сделал Кирилл говнюк. Плюнул на стекло. Короче, мы на остановке. Какой город? Блин, спасибо, что ты влог снимаешь. Мичуринск. Мичуринск. Не обращайте на наш внешний вид. Мы, короче... Да, мы слегка потрепанные после... Ну, это поезд. Мы спали. Блин, я вообще... Ребята, представляете, я забыл влог снимать, а он не забыл. Достань, покажи, что мы... Подписывайтесь на его Инстаграм. Сейчас просто бегали. Тут нигде не купить. Тут бутылка пива стоит 120 рублей. Мы, короче, забежали в Пятерочку и решили чуть-чуть... Ну вон видно, три. Три бутылки пива купить. Ну, чисто закупились так слегка. А тут наше окно, мы слегка. Тут, короче, было харча. Никита показывал, я сейчас, сука, стоял, оттирал, блядь. Ну я сначала ее размазал, как бы. Я ее размазал сначала. Пусть потом они оттер. Подпишут на Инстаграм, там больше новостей таких. Да, подписывайтесь на Инстаграм, потому что там все истории. В GoPro не всегда есть возможность. Да. Написать. И тем более. С GoPro запись вы увидите. Сука, дома. Откуда эти еще деньги? Понимаете, ребята, денег много, я не понимаю, откуда они. Мелочи много, блять.
Мелочи рублей 800. Просто мелочь десятка и 800 рублей. Понимаете, еще в чем прикол? Прикол в том, что, допустим, Никита... Сейчас, блядь, сейчас. Никита сейчас доставал мелочь и считал. У нас было 40 рублей мелочи, он насчитал. В Питере это один проезд, в Саратове это два проезда. Сколько там проезд стоит? 17 рублей. 17 рублей. Два проезда спокойно. Миша, ты видишь, тапочки шикарные. Только мне почему-то вот именно в этих они, потому что типа ногу закрывают. Три повозки. Я поэтому стою вот так, потому что мне жарко. Босиком не ходи. Ноги испачкаешь. Че испачкаю? Ноги. Я уже понял. Вот наше место. Водичка, тут всякая шляпа. Ну, правда, не видно нихуя. Я это. Пять. Вот. На, подержи. Саратов сразу видно, где он. Где? Сагатов. Еще сколько? 400 километров. Офигеть. Если бы мы были на машине, мы бы за 3 часа доехали. Ну, за 4. За 5. За 4-5, да. За 5 часов. Блин, оно будет так долго еще ехать. Блин, да это всего лишь 452 километра. Слава богу, что не 352. Пиздец, метр шорт, это еще жесть. Какие-то болеют такие. И оп, трусы. Мухи уже начинают бесить. Мухи, да заебали уже. Нас воняет, мы не мылись. Что-то мыться будем. Что, блядь, мне как поезд едет? 41, пошли в поезд? Пошли, да. Коротко о том, чем мы занимаемся в поезде. Здесь столько грязи в этих штуках можно выгребсти. Уже здесь все. Ну, уже мы выгребли, на самом деле. И видно, что мы смотрим фильм «Проклятие на Бэль». Это как бы очень маленькая часть той грязи. Фильм интересный, пугаемся. Вейп, фанта, груша. И все, чай, сахар. Чай! Короче, играли с Никитой. 4 раза я его выиграл. Я у него отжал телефон. Жижу. Жижу. Вейп. Ну и ту камеру, на которую я сейчас снимаю. Что еще будешь ставить? Карты. Карты будешь ставить? А отыгрываться зачем будешь потом, когда 5-й раз мне проиграешь? Вот этим молотком. Уверен, что готов играть? Ага. В камеру смотри, мразь. На тебе. Раз. Хватит тебе. Два. Три. 4, 5, 6. Кто козырь? Дама шлюха. Дама очень сердце. Как надо проводить время перед перерывом, когда поезд. Понимаешь, просто это табличка РЖД поезд. Петуха. Поигул. Сколько нам еще ехать? Прибытие в 7? Да, по МСК. ПСРТ, по Саратовку. 4 часа. Ой, 3. Да, 3. 3 часа 10 минут. Поезд прибывает, на каком линии прибывает? Проблема в том, что нас никто не встречает. Тима слился. Почему он слился? Потому что. Потому что не пришел. Он сказал то, что он ночью всю работал, поэтому не знает, придет ли он или нет. Он сонный. Я думаю, как правило, если человек всю ночь не спал, навряд ли он это. Ты знаешь способ ночного клуба, вспомни. Ебально знал. А нам утром в больницу. Позже я тебе в больнице когда я вела. Блин, куда бы выйти? Я не буду кровь сдавать. Тебе, блядь, к тебе было на полбутылки рома, блядь. Какую ты кровь нахуй хотел сдавать, пацан? Не только ром, что-то еще было. Пепси. Нет, что-то еще алкогольное было.
А, мы же еще водку брали. А, да. Правда, мы ее не пили. Правда, ты ее разбил. О, клип-челлендж. Хуя бутылку разбил, тип пива. А зачем потом брать стаканчики и пить аккуратненько со стаканчиком? Давайте хуярить ром с горла. Ну, блин, мы в клуб опаздывали. Я такой смотрю, ебать, уже час ночи, уже мы в клуб опаздываем, пиздец. Сначала было в 12. Пол двенадцатого. Пол двенадцатого, а что час было, блядь? Я помню, что с охуенно в 3 часа ночи с клуба выгнали. Сука, и постоянно будет тебя, а не меня. Бля, пиздану. Меня аккуратненько разбудил за плечо, тебя как пиздану. Пизданул по ноге, бля. Я ж прям охуел. Чё-то в этом году меня много пиздили. Да? Тебя хачи в переулке не хуярили. Ну, это единственное. Это единственное. Не, ну понимаешь, тебя чужие пиздили, а меня тут все свои пиздили. Охранник тоже как свой был, блядь. На чем клубе, значит, свой. Кондуктор метро отпиздил тебя, причем опять же. Девушка отпиздила, ну пиздец. Ваня сейчас в туалетом засунул. Ребят, сорян то, что не записывали. Утром были дела. Сходили за шмотками, там где Руслан посмотрел вещи кое-какие. И приобрели еще кое-что, покажи. И еще один. А это старый. Вот так вот. Это когда пацан идет... Что такое петушня? Это когда пацан идет с колонкой, раз, с вейпом, два, и говорит в камеру, три. Вот что такое петушня. Посмотрите на меня. Сейчас идем на встречу к Диме. Он на работе. Саратов настолько маленький, что его тупо можно пешком здесь обойти, да? Его нос вспотел. У тебя нос вспотел. А у меня? Да, это тоже. Короче, жарко, это жесть. 32. Это в тени, а на солнце сколько, я вообще не знаю. Градусов 40. 39-40. Ну да. Это как бы зеленый. Альмира. Моя девочка. Понимаете, то, что вот он, пешеходный переход. Это пешеходный переход, а это рельсы. Это пешеходный переход, ни разметки, ничего, пипец вообще. Зато нас пропускают, но не все. Привет, встретили Диму. Не, можно было бы переход сделать, знаешь, так берешь, так размазываешь и переход. А потом где-нибудь переход так оттираешь и уже в другом месте. Блядь, что это было? Я вам, ты мне в подбородок его воткнул. Я тебя хотел в лобу, блядь, воткнуть. Если на тебя ссылку оставлю, у тебя будет еще. Сейчас у тебя 1300 друзей, а будет еще миллион. Вообще полторы уже давно. Уже полторы? Откуда у тебя столько друзей? Вот так вы делаете чаще.